Юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам поселка Черноморского. Николай Васильевич Желенков во время войны служил на Белорусском фронте, прошел всю Польшу, имеет множество наград. Ветерана ожидал и музыкальный подарок от хора ветеранов поселка Черноморского. Владимир Яковлевич Акименко освобождал Кавказ и Кубань, награжден медалью за победу над Германией. Глава района поблагодарил ветерана за победу. Мы это ценим и всегда с благодарностью везде рассказываем, говорим. Будем всю жизнь помнить о вашем подвиге. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ветеран рассказал гостям о военных годах и пожелал всем мирного неба над головой.